Жители села Каракыр между собой шутят, что цивилизация до них еще не дошла. Да и, видимо, придет не скоро. А все дело в том, что в ауле постоянный перебой с электроэнергией и водой. Трансформатор, по словам жителей, не менялся еще с 70-х годов. Как следствие, во время осадков происходит замыкание, и в домах сельчан сгорает вся бытовая техника. Трансформатор у нас часто горит. Это не часто. Через час, посмотри, загорелся. Через 2 часа он потух опять. А потом через 3 часа опять загорелся. Жаловались куда-нибудь? А куда жаловаться? Кому жаловаться? Вы скажите, кому жаловаться, мы будем жаловаться. Акиму района. Аким район полностью знает это. Эта история знает. Печальные последствия замыкания электричества у себя дома показывает Фатали Мирзаев. Сначала сгорел телевизор, потом холодильник. Подобная картина во многих домах. По словам сельчан, бывало, что дело доходило и до пожаров. Но все просьбы жителей местная власть игнорирует. Холодильник с семиатором тоже кипкеткен двигатель. Свет, вот сгорел холодильник. Свет то гаснет, то дают его. Все замыкает. Уже устали мы от этого. В районном Акимате о некачественной поставке электроэнергии и воды знают. А узнав, что в Каракыре находится наша съемочная группа, аким села встретиться с жителями не решился, ссылаясь на занятость, но прислал своего заместителя, который внятного пути решения проблемы так и не озвучил. Дорогу мы делаем по очереди. До этого села еще очередь не дошла. Как придет, тогда и сделаем. А насчет света, неправда все это. Здесь идет бесперебойная подача электричества. У меня всех ответов есть. Вот считай, в 2014 году я писал, в 2015 году обещали сделать, вот считай, улицы, 650 Нурус, 650 метров, Карман 1 километр, Бибишелик 1 километр, вот, где эти улицы? У нас бюджета нету. Денег. Вот бюджет местного нету. Местного бюджета нету, районы оттуда отделяют. Кто вам дал? Выделяют деньги. Это районный аким, зам акима области дает, что дороги будут построены. Жители уверяют, что помощи от местной администрации ждать бесполезно. Сельчане за разрешением проблем собираются ехать в областной центр, надеясь, что уж аким области внемнет чаянием жителей отдаленного поселка. Шудин Саидов, Халмжан Ерназаров, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «ОТРАР».